Первый дом по улице Радонежская сдан в эксплуатацию в 2014 году, но о благоустройстве двора застройщик не позаботился. Нет ни лавочек, ни детской площадки, ни даже тротуара. У нас даже вот вдоль дома у нас нет вообще никакой пешеходной тропы даже. Вот нам негде ходить. Просто мы идем по этому внутриквартальному проезду, потому что вдоль дома ровно вот такая полоса. По информации департамента градостроительства, договор на аренду земли с застройщиком расторгли 2 года назад. Дом вводили в эксплуатацию по решению суда, поэтому завершенного благоустройства от застройщика надзорные органы на момент сдачи не затребовали. Акт ввода в эксплуатацию в том числе и накладывает уже обязанность по благоустройству этого земельного участка в соответствии с правилами благоустройства, действующими в городе Самаре-Ножинск, окна квартирного дома. Люди, говорят, готовы взяться за преображение двора и сами, но без помощи не обойтись. На территории остается много строительного мусора. Глава города поручила районной администрации заняться уборкой свалки. Район у нас вывезет максимально мусор. Давайте с вами подумаем, что там можно элементарно сделать. Какие-то дорожки проложить, да, какие-то лавочки поставить. Установка детской площадки во дворе пока под вопросом. Рядом с домом проходят газовые трубы, которые могут помешать размещению игрового оборудования. Глава города поручила руководителю департамента городского хозяйства и экологии проверить схему размещения коммуникаций и рассмотреть возможность переноса труб. Лариса Шалафаст, Константин Головин, Василий Колдашов. События.